Привет, ребят, вы на канале Рыбакит. Если вы трансляцию не просмотрели и хотите смотреть в записи, то идите на канал Рыбакит Лайф. Мы эту трансляцию вырежем и положим отдельно туда, потому что тут взрослые моменты будем отдельно класть. И Ваня, мы рисуем ням-няма. Ам-ням. Ам-ням. Ты знаешь про этого чувака что-нибудь? Я вообще мало знаю, потому что он появился в телефоне у жены. Как только Павлик скачал. Да, Павлик его скачал, и он как бы, ему интересно, ам-ням, ам-ням. Какой-то бестолковый ам-ням, мне кажется. Его надо постоянно кормить. Это вот чисто олицетворение кота. Который... Он вроде бы как веселый, у него есть подружка. Есть себя, даже себе сюжет. Видосы там есть, да, есть подружка, видосы есть на ютубе, ам-няма. И он довольно популярный парень. Ну уж популярный тебя, Ваня. Точно. Рисую его хорошо, тщательно, вот прям. Мы рисуем хорошо для вас. Так что давайте. Я надеюсь, что кто-то рисует тоже с нами. И присылайте свои работы в группу ВКонтакте. Мы, как всегда, говорим. В этом выпуске мы забыли про это говорить, кстати. А, ну ничего. Ну, в следующем будем говорить. Прям забыли реально говорить об этом. Ну, жалко. А сейчас там, знаешь, 900 подписчиков уже в группе. И это было вчера, и их стало больше, как бы 900 человек уже, как бы, это, в принципе, большое количество. Спасибо, что подписываетесь. На канале тоже много подписчиков, я не помню, сколько сейчас. Около больше 200 тысяч. Ты чего? Подписчиков гораздо меньше, не 200 тысяч, там где-то типа 70 тысяч сейчас подписчиков, немного. А. Да, ну в смысле их много, но все-таки не так, нету миллионов. Вот, так что так получается. Ну, пока рисуем детские мотивы. Одна женщина мне прислала тоже просьбу, говорит, больше рисуй веселых видео с всякими мультяшками, потому что дети рисуют больше мультяшек, им это нравится, понимаешь? Да. А меньше рисуй страшные такие. И вот, и она попросила больше мультяшек. Ну, собственно, по просьбе этой женщины, зрительницы, рисуем мультяшек и рисуем сегодня фломастерами, что редко случается. Но в будущем наверняка будет больше, потому что появились у нас фломастеры такие. А классные. Еще тарелки. Тарелки? Помнишь, мы на тарелках рисовали? На тарелках, да. Ну, просто... Искусство на тарелках надо было, ну, в принципе, так назвать. Оно красиво получалось. Мне нравится на тарелках рисовать. И главное, не надо бумагу тратить. Мне а это... еще есть на ней можно. На тарелке? Ну, все можно делать на тарелке. Ну, в смысле, что... Мне понравилось... Там и очень ярко получалось. Почему-то, да? Некоторые фломастеры прям очень ярко на тарелке смотрятся. Ой, ну, потому что размыли... Наверное, да. Ну, тарелка просто белая, яркая, я скажу. Такой амнямчик у нас получился. Сейчас я еще зелененький найду. Этот какой зелененький. О, это тоже хороший. Мы его добавим. Так, вот вам по... По тележе нарисуйте. Не знаю, что это сказалось. Кстати, нам не присылают донаты вообще. Обиделись. Да, у нас есть донаты, внизу можно писать донаты, и он даже танцует, и все это показывается. Но последние несколько выпусков нам никто донаты не присылал. Что немножко обидно, но ничего. Может быть, в следующий раз, когда Катя приходит, много донатов, я знаю. Почему-то Катя... Самородок ему. Да, она очень активна с аудиторией, ей всем нравится. Но она давно не приходила. Может быть, она придет на выходные, приедет, но пока ее не было, она заболела. Не могла приехать. Сейчас эпидемия началась по всему этому. По всему миру, наверное. Я надеюсь, что зомби-апокалипсис. Я надеюсь, что нет, потому что картошку в этом году я не садил, и мне нечего кушать будет. Ничего, чипсов едим. Так чипсов не будет, в магазин не завезут. Чипсы делают не из картошки. Ну так а в магазине откуда берут чипсы? Из старых носков, что ли? Ну да, кстати. Ладно. Все, нарисовали такого ам-няма. Ты прям зря взял вот такой темно-зеленый. Я чисто противоположно сделал. Вот у меня все страшное, все такое. Нарисуйте Angry Birds. Давайте сегодня Angry Birds не будем рисовать, потому что мы уже рисовали раньше Angry Birds. И как бы... Уталь. Как? Уталь. Усталь. Ну, устали. И потом, как бы, может быть, и нарисуем Angry Birds тоже. В принципе, будет у нас появляться и в будущем тоже Angry Birds. Еще другими способами рисования. То мы рисовали масляные пастели, сейчас вот фломастерами, к примеру. Очень хорошо получается. Нравится мне это дело. Так,
Но как хорошо получился. На меня, походу, все обижаются, как только я начинаю такое? Рисовать все страшные и наркоманские. Ну ты ничего, сейчас еще хорошо рисуешь. У тебя рисунки очень даже веселенькие получаются. Ну вот, ну донат у нас только вот пара раз. Один хороший человек нам присылал. Да, донатов мало, это факт. Ну, наверное, знаешь почему? Потому что дети, и у них денег нет. А родители не разрешают. Не, ну а извини, это родители почему должны платить за удовольствие своих детей? Вот мне больше интересно, какой мужик будет платить 40 тысяч чуваку, который просто играет в игры? Вот какой отмороженный... Отмороженный? Да, какой отмороженный будет платить 40 тысяч? А ты про что ты говоришь? Ты объясни сначала ситуацию, потом уже... Вот Гидонгием, он делает эти стримчики, блин, и там донат присылает. И такой, самый максимальный донат 38 тысяч. Я такой, чё? Ну, я не знаю об этом, ничего не могу сказать. Нарисуйте уже мини-форс. Мини-форс. Да не, я уже всё. Написал уже мини-форс. Циклоп олень, what the fuck? Циклопа оленя. Давайте, может быть, давай сейчас в конце видео позабираем, что бы нам на будущее можно нарисовать. Пишите, ребята, мы будем записывать просто, потому что я не знаю. Ну, я сейчас... Да, просто пишите в комментариях, что нам можно было бы нарисовать. Парад рисунков, в принципе, можно. Да, давай тогда перерывчик.